зовут Мария. Мне 78 лет. Я живу в Пловдиве. В далеком 1961 году я заканчивала среднюю школу в нашем городе. Оставалось немного до экзаменов, и мы строили планы на будущее. 12 апреля 1961 года учебные занимания в школе проходили нормально. Все мы были в классе. Неожиданно по радио услышали взволнованный голос нашего директора. «Внимание, внимание! Человек летает в космос! Советский космонавт Юрий Гагарин находится в орбите около Земли!» Услышав это, мы все быстро вышли на улицу и стали смотреть вверх. Надеялись увидеть космическую ракету. Для нас это был незабываемый день. С детства я переписывалась с советской девушкой. С Людмилой мы встретились в Софии. Тогда я уже была студенткой в Софийском университете. Знаменательная наша встреча состоялась 5 апреля 1962 года. Моя Людмила подарила мне книгу Юрия Гагарина «Дорога в космос». Эта книга – самая любимая книга в моей библиотеке. Она мне часто помогала в преподавательской работе. Мы очень любим наш праздник 24 мая, День славянской письменности и культуры. В этот день все собирались в центре города. С песнями и цветами дефилировала молодость Пловдива. В 1961 году этот праздник был для нас двойным праздником, потому что Юрий Гагарин был в нашем городе. С настроением и цветами все мы приветствовали первого космонавта в мире. А я навсегда запомнила его очаровательную улыбку. Незабываемый 1961 год.